Давай, гони, 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 гони! Леопард 2А6. Это ОБТ, прокачиваемый 9 уровня, о котором как-то мимо, опять же, прошло мое внимание. Не особо я всегда любил леопарды, и как-то даже ни одного гайда в итоге по леопарду 9 уровня и не сделал. В общем, сегодня давайте посмотрим, что из себя представляет этот ОБТ и насколько на нем комфортно играть. В вооружении у нас 120-миллиметровое орудие с, в общем-то, довольно-таки неплохим выбором. Здесь есть и кумулятивно-осколочные, и бронебойки, и фугасы. И, кстати, я все-таки парочку, наверное, фугасов с собой зацеплю. Я таскал с собой только кумулятивно-осколочные. Ну, типа, они же осколочные и в любом случае какой-то урон нанесут. Но нет, иногда, когда нужно кого-то реально просто по-быстрому добить, они нифига вообще урона не наносят. Поэтому все-таки парочку фугасов. Фугасов, я думаю, здесь будет в тему. Самое главное, это, естественно, бронебойные снаряды, которые имеют шикарнейший пробой. Это 850 миллиметров на 9 уровне. Далеко не у всех десяток, в принципе, есть такой пробой. Поэтому, играя с десятками, у вас абсолютно нет никаких проблем. Но, правда, естественно, альфа здесь слабенькая, всего 540. Правда, это компенсируется очень хорошей скорострельностью. В общем, такой ОБТ-шный дырокол получается. Что касается оснащения, то я все-таки выбрал, мне очень нравится вариант с Дугласом, дает скорострельности больше, дает чуть хпшки, чтобы в итоге было 4000, и это не лишнее будет. По экипажу примерно вот такие перки, в принципе здесь все по стандарту. Две ремки и огнетушитель, хотя очень хотелось сюда поставить масло, в принципе раньше оно у меня стояло, но все-таки ремки постоянно пригождаются, а тут, блин, как ни крути. Ну и огнетушитель убирать... такое себе, хотя за несколько каток ни разу поджогами не страдал, наверное, с другой стороны, потому что поставил доп. Защиту, ну, потому что, блин, очевидно, вот здесь у нас боеукладочка, то есть прям в морде, куда вам будет стрелять, и не хочется взорваться от боеукладки, поэтому доп. Защита, оптика, ну, это такая классическое сочетание вместе с Дугласом, чтобы в итоге я мог как-то пересвечивать ОБТ другие, и, в принципе, так как это ОБТ второй линии, это прям, скажем, не лишняя штука. Еще немножко точности, скорострельности. В итоге получается одна из, в общем-то, лучших точностей среди ОБТ. Ну, то есть точность и ИТ-шки какой-нибудь. Комфортное время прицеливания, которое я, в принципе, отсюда выкинул. И в улучшениях, что интересного можно отметить, здесь есть каск, к счастью. Это прям очень нужно. И вот такая еще есть штука. Улучшенный метательный заряд, который уменьшает потерю пробиваемости на дистанции на 10%. Ну, опять же, то есть все в этом танке намекает на то, что это ОБТ второй линии, он должен издалека наваливать. Здесь для этого есть и хороший пробой, и еще вот эта штука. Почему второй линии? Потому что плавно перемещаюсь к броне. В общем-то, если смотреть броней, пробоем 800 мм, то здесь, ну, довольно-таки... небольшой НЛД. Ну, нормальное, скажем так. Конечно, если взять уже 850 пробоя, у вас появляется еще и вот здесь дырка. Но это 900 мм, по идее, это пробивать не будут. Но НЛД у вас максимально здоровое получается уже. Тут как бы, если ты будешь пытаться доворачивать, ну, типа вот, хорошая же идея, да? Вот здесь как бы сразу полосочка-то на одну полосочку меньше становится. Но абсолютно картонные борта. Вот залетает все, что летит просто. То есть ОБТ, он даже картонный не потому, что здесь НЛД какое-то большое. То есть при пробитии среднем там 800 мм, в общем-то, оно небольшое на самом деле. Там какие-то минимальные довороты, холмики, и вот оно НЛД. Его картонность скорее складывается из двух вещей. Это очень картонные борта, борта башни, корпуса. Это первое. И второе, вы будете, естественно, попадать на десятки, птуровые десятки. И вот так он выглядит против птуров. Это жопа. Каз будет спасать от первого птура, второй птур вам будет 100% залетать. Тут как бы, ну, с боеукладочкой, здесь еще и боеукладочка как раз-таки. Ну и борта, опять же, особо вас спасать не будет, хотя здесь непонятно, вроде 1300 миллиметров написано. Ну, возможно, борта более или менее будет держать, хотя, вот, кстати, вот это тоже, конечно, полтора. А, ну здесь, короче, инспектор брони, как обычно. И никак его не починят.
Ну, в общем, на практике однозначно ОБТ, прям скажем, не самый крепкий. В общем, что у нас получается? Как я уже сказал, танковать здесь, ну, просто нечем. То есть, ну, естественно, иногда ты все-таки будешь как-то отбивать. Ну, если будешь просто вот лбом стоять к противнику, то иногда есть варианты. Вот даже сейчас я каким-то макаром, ну, скорее, потому что просто Леклер был очень далеко. Он меня не пробил. Вблизи, естественно, у вас будет все залетать на 100%. Если будете танковать, пытаться бортами, то тоже сделайте только себе хуже. Так что в целом Леопард, он как бы, ну, считайте, здесь нет брони. То есть просто рассчитывайте на то, что у вас есть 4000 хп, и вы эти 4000 хп должны максимально грамотно распределить. То есть, естественно, если вы размениваетесь, то этот размен должен быть у вас в плюс, либо он оправдан. Ну, тебе нужно добить какого-то противника или еще что-то. В остальных случаях ты играешь исключительно либо на какой-то дистанции, чтобы тебе не прилетело, чтобы тебя никто не увидел за спинами, опять же, союзников, либо от рельефа. Самый стандартный, классический вот вариант, как отыгрывать на Леопарде, это от рельефа. Но даже тогда есть, блин, нюанс в том, что у тебя НЛД, как бы оно такое хитрое, если ты от рельефа выезжаешь, вот чуть дальше, чем положено, ты выезжаешь, и стоит только противнику увидеть корпус НЛДшку, то все, там под такими углами обычно зеленое. То есть и в корпус тебя залетает, тебе то же самое, без особо вообще каких-то проблем. То есть ты должен всегда вот прям либо далеко стоишь, либо от рельефа не сильно высовываясь. Ну то есть здесь есть хорошие УВН, к счастью, если бы здесь у Леопарда не было 10 градусов, то, наверное, было бы совсем печально, и фиг его знает, как его разыгрывать. Но вот если ты играешь вот по этим двум вариантам, то тогда дальше наступ... у тебя все будет хорошо. Наступают остальные, собственно, только плюсы. У тебя есть высокая скорострельность. Ну, как бы, да, небольшая альфа. Но, как правило, если ты грамотно отыгрываешь, с такой перезарядочкой ты успеваешь пару выстрелов дать. В ответ получаешь только один выстрел. Во-вторых, что, в принципе, по себе означает пробой 850 мм. Это, в общем-то, главная фишка Леопарда. И эта фишка работает. Если ты играешь против танков ниже уровнем, то, ну, тебя вообще никаких не возникает проблем по выцеливанию слабых зон. Если ты играешь против десяток, тебе пофигу, что это десятки, они выше уровнем, ты им наваливаешь, в принципе, все так же, как будто ты на 10 уровне. Если же тебе попадаются всякие очень такие есть неприятные цели, ну, например, ТТБ. Вот у меня был такой классный фрагмент, когда я один на один остался с ТТБ, и обычно это проблема, если ТТБ тем более заряженный, ты его начинаешь там 10 часов выцеливать, он начинает мансовать, у него корпус, блин, непонятно, внизу то НЛД надо пробивать, то оно красное надо кидать в ЛД, то наоборот, короче говоря, у Леопарда проблем нету, Леопард, в принципе, ТТБ пробивает без особых проблем вообще. Если ты правильно выцеливаешь, ну, плюс-минус хотя бы в нужное место стреляешь, то ТТБ ты тоже будешь разваливать без особых проблем. Как бы, естественно, опять же, да, тебе без какой-то позиции тоже особо нормально ТТБ не получится танковать, скорее всего, все будешь выгребать. Но, с другой стороны, по крайней мере, ты и его будешь тоже дамажить. В конце концов, челики, десятые челики, ну, как бы обычно без вариантов, но, как видели в начале как раз этого боя, с довольно-таки большой дистанции я все-таки одну плюху прокинул челику. Хотя там, блин, даже с этой точностью там получается очень маленькая полоска, да еще и плюсом падает пробитие. Ну, обычно это без вариантов челика так выцеливать. Но Леопард, опять же, может себе вполне себе это позволить. А почему мне понравился именно вариант с Дугласом? Вот сейчас будет как раз такой показательный момент, как иногда приходится гонять всяких ЛТшек. И вот тут обзор, который дополнительный дается, он пригождается. То есть, в принципе, я не могу сказать, что Леопард какой-то супер подвижный танк, но вполне себе неплохо так давит. То есть, в плане подвижности... К нему нет никаких претензий, ни поворота башни, корпуса, ни максималочки. Вот я до 70, в принципе, даже 70 плюс разогнался, и у Хашки не осталось вариантов. Он думал, что он сейчас по-быстрому от меня убежит, но как бы нет. Леопард, который плюс-минус зрячий, да еще и с нормальной подвижностью,
таких пацанов не отпускает. Так что, по сути, все вокруг у Леопарда крутится вокруг пробития, хорошего пробития. Убери сейчас вот бронепробитие на Леопарде. И для чего этот Леопард нужен будет, я не знаю. То есть он будет абсолютно неинтересен, ну, как мне кажется. Я знаю, есть, конечно, особые любители Леопардов. Дастиш, практиш, квадратиш, там все дела. Но мне даже с этим пробитием все равно, ну, вот не знаю, как-то не лежат у меня вот к Леопардам. Хотя 10-й Леопард мне последний раз, когда я его обкатывал, в целом понравился. Потому что там все-таки есть довольно-таки жесткая пушка. Ну, то есть довольно-таки хороший, во-первых, альфой. И при этом все так же там есть шикарнейший пробой. То есть там все осталось на месте, но при этом есть хорошая альфа. А вот эти варианты с всякими дыроколами вот такими мне не очень нравятся. Плюс реально брони здесь особо вообще нету. Всегда нужно играть максимально аккуратно и рассчитывать либо на просто какой-то рандом, что тебе вот рандомом просто вот ты танканешь, что естественно случается. Либо ты просто отдаешь постепенно, отдаешь свое хп. Если ты это делаешь грамотно, то хотя бы ты остаешься в плюсе. Благо, все-таки, ну, по крайней мере, опять же, с доп. Защитой я откатал бои, и хотя бы у меня не было проблем, что у меня там взрывалась боевыкладка. То есть, естественно, да, мне ее периодически критовали, но для этого как раз и нужно таскать с собой две ремки. Но, по крайней мере, вот в этом плане Леопард не подвел, и это уже нормально. Так что, в целом, вот такой сейчас Леопард 9 уровня. Оставляйте свои комментарии, как он вам, и увидимся в следующих видосах.